Всем еще раз добрый вечер. Выпила лекарство, мне полегче стало, села поотвечать на ваши вопросы. Многим понравилась рубрика «Вопрос-ответ», то, что я отвечаю на ваши вопросы. И многие сказали: «Настя, отвечай дальше так же». Спасибо большое Оленьке за помощь, за то, что она мне предоставляет, в личку пишет все вопросы ваши. Огромное-огромное спасибо вам. И ну что, приступаем? Приношу сразу извинения за посторонний шум. Там ребята машинками играют. Просто Егор свою коллекцию машинок опять. Но не всю, часть. Долбание они сейчас играют. Поэтому прошу извинения за посторонний шум. Так, первый вопрос. Почему едят дети из пластиковых тарелок? Ну, я уже отвечала, что в целях безопасности. Ну, вот после ремонта я все пластиковые тарелки, конечно, поубираю. Оставлю только несколько для того, чтобы разогревать микроволновки. Почему не делаете свой майонез? Я его делала, детям не понравилось. У меня нету блендера, поэтому я или миксером, или руками забивала. У меня не так получалось. Как куплю блендер, попробую еще раз сделать свой майонез. Рецепт получше уже почитаю. Так, сколько стоит комната у Ильи? Каждый месяц он платит по 6000 рублей. Какой антибиотик назначили Ване? Ване назначили Экоклавк. Это сироп детский, антибиотик в виде сиропа. Почему холодильник будете выбирать со Светой, а не с мужем? Ну, мы ездили сегодня с мужем, потому что я себя плохо чувствовала. Я ему сказала, поехали со мной, потому что я, голова сильно болела, поэтому ездили с ним и выбирали с ним. Ну, как выбирали? Взяли самый дешевый, который мне понравился. Когда уже будет новая кухня? Ребятушки, скоро, еще, может быть, недельку потерпите и все. И будет новая кухня у меня готова. Полы уже почти готовы, потом будет все остальное. Но постараюсь побыстрее это сделать. На какую диету ты села и есть ли уже результаты? На диету, но я стараюсь поменьше мучного есть, сладкого. Как бы такой сильной диеты не придерживаюсь, но просто поменьше мучного есть и сладкого. Настя, ты обещала свозить нас в лес по ягодам, но так и не свозила. Ну, потому что я с детьми дома постоянно сижу. Кактусы растут и в обычной земле. Да я знаю, но вот сейчас я вам постараюсь показать. У меня тут у Светы тут все кактусы. Вот видите, один кактус, вот он заузился. Мы у него меняли землю, и после этого он у нас пошел нормально расти. Это раз. Второй кактус такой же, но вот тут он немножко как бы... Видите, вот пораненный, как бы показать бы так. А вот сейчас ручку возьму. Видите, вот эти вот коррозии. Вот оно, вот это вот. Это вот тоже, это из-за того, что земля нехорошая. Землю мы эту брали в нашем огороде. И вот этот вот кактус, вот посмотрите, если внутри посмотреть. А, не видно на видео. Тут вот он как бы как гнить начинает. А в чем причина, понять не могу. Вот тут будет лучше, наверное, видно. Сейчас попробую как-то вам показать. Вот они у нее. Видите, они желтеть начали в районе земли, поэтому мы хотим всю землю поменять. Вообще всю землю поменять. И вот такой вот у нее еще красавец есть. Она просто его тут поливала и поставила в эту баночку. Как его сейчас оттуда достать, я даже не представляю. А вот, достала. Вот такой вот красавчик. Мы его еще не пересаживали. И если кто занимается кактусами, и кто с нашего района, может, у кого-то есть отводки, дайте, пожалуйста, ребенку их. Вот этот вот я и последний раз покупала по 200 рублей за кактус. Она хотит вот всякие разноцветные кактусы себе. Ну, вот такой вот этот вот хорошенький вот он. Но у меня больше вот этот вот я переживаю из-за того, что он... Так, сейчас прям так поставлю его. Из-за того, что вот у него почему-то в районе внизу как будто бы гнить начинает. Из-за этого у меня, я переживаю.
Она потом расстраивается, если где-то что-то у нее не так, она расстраивается. Поэтому я стараюсь ей помогать в ее начинаниях. Если ей нравится, почему бы и не помочь. И последний раз, когда я была в пенсионном, я взяла ей отводочки. Вот здесь вот у нас пока отводочки мы поставили. Другого немножко кактуса, там продолговатые такие иголочки. И вот потом тоже она их посадит. Ну, это пока юная маленькая коллекция. Если ей нравится, почему бы и не поддержать ребенка? Я стараюсь поддержать во всех ихних начинаниях. Она у нас сначала и маникюром занималась, потом забросила, ей не понравилось из-за того, что у нее отпадывали лак, да что. Ну, вот я стараюсь поддерживать ребенка, поэтому буду помогать ей. Покажи свои цветы комнатные. Покажу после того, как все оформлю, все сделаю, обязательно покажу. У меня их немного, ребят. В каком году вы открыли свой канал? Ой, открыла давно, но начала снимать, наверное, года так 4-5. После того, как бабушку увезли в Абакан. Чтобы она там могла смотреть, я начала снимать. Сними видео на тему «День многодетной семьи, начиная с завтрака». Я тоже уже думала это, даже себе в ежедневничек записала, что я такой день обязательно засниму после того, как я доделаю кухню. Потому что тогда будет приятно смотреть на новую кухню, и я смогу завтрак там в нормальных условиях, да, приготовить. Поэтому обязательно буду, дорогие друзья, вот такие вот дни снимать, будут и видео разные. Ты нам рассказываешь, что делаешь в течение дня, а ты нам показывай, так интересней. Постараюсь, ребят, постараюсь. Просто, видите, сейчас что-то приболело немного, поэтому вот немножко из колеи вообще выбилось. А так, прошу извинения. А так постараюсь поснимать, постараюсь все сделать. Но только вот чуть-чуть надо потерпеть. Земля нужна удобрять хотя бы золой. Землю нужно удобрять хотя бы золой. Если не будет сажать картошку, все зарастет. Нет, я как хочу. Вот сейчас он у меня докопаем картошку. Потом мне сказали эту горчицу посадить на... Я посажу горчицу и на следующий год, знаете, как я решила? Вот у нас половина огорода картошка крупная. А вторая половина, там мелочевка идет. Она, знаете, из-за чего мелочевка? У нас тут, как вы знаете, много-много тополей. И мне надо их вырубить. Мне наконец-то пришло разрешение. Но мне сейчас надо идти в энергосбыт, в Ростелеком, чтобы они отключили чьи-то провода. Энергосбыт сказал, что это не ихние, что это Ростелекома, чтобы они мне отключили эти провода. Потом мне надо нанимать компанию за свой счет, чтобы мне спилили вот эти вот ветки. Сколько мне это обойдется, я еще не знаю. Я буду вот сейчас немножко оклемаюсь, пойду узнавать, где какие, на сколько мне это обойдется для того, чтобы они спилили. Может, там сумма будет баснословная, тогда я сама лучше полезу на дерево и буду спиливать. Ну вот, надо сначала еще разрешение идти с энергосбытом разговаривать, что в такой-то, такой-то, например, день они придут, отключат мне эти провода. И я в этот день вызову рабочих, которые мне будут спиливать эти деревья. Но надеюсь, что немного с меня возьмут. Так, вы раньше пекли булочки, почему сейчас не пекете? Ну, потому что духовку негде ставить. Но вот сегодня духовку занесла дети, потому что попросили курицу запечь в духовке. Я запекаю курицу в духовке. Будем скоро, ребята, и выпекать и хлеб, и булочки, и все будем печь. Сейчас у меня морозилка будет большая, я смогу больше делать. Будем с вами заготовки делать, всякие котлетки, зразы. А, принеси все носки сюда. Там много разных же, Катя. И будем с вами все делать. Я прям вот не дождусь, когда я уже доделаю эту кухню, чтобы я куплю мясо много, куплю всего вот это. Мы с вами все перекрутим, все это сделаем. А ты видела, тут разные есть? Да. Так найди там, положи и смотри. Катя носки себе выбирает. Так, вы раньше... Так, как тебя подстриг...
Постригальная машинка. Как постригальная машинка? Нормально, хорошо. Я уже постригала мужа и постригала старшего сына Илью. Машинка прям плавно идет. Вот той мы пользовались, наверное, лет 5-6, если не больше, машинка. Она уже в последнее время туго шла. А это, знаете, ну вот прям плавно, как по маслу идет. Ну вообще классно, мне нравится. А как стиральная машинка без слива? А мы сделали слив, яму выкопали небольшую, и она туда сливает. Какая стипендия у Ильи? У Ильи, не знаю. Не знаю, ребят. Настя, обязательно прячь лекарства и градусники от детей. У меня лекарство вообще стоит вот. Сейчас постараюсь как-то вам показать. Видите контейнер наверху? Вон тот. Вот там вот. Лекарства стоят высоко, туда не доберутся дети. И градусники тоже мы убираем, да. Да, да, да. И градусники тоже я убираю высоко. Поэтому это, видать, кто-то тогда из ребят, как получается, померивает температуру, градусника ставил. Ну, Ваня взял, он просто взял вот эти вот. Он же электронный, он просто взял оттуда все провода, доставал, вот и все. Ну, это ничего страшного, знаете, многие испугались, да как так, ребенок траванется. Нет, дорогие друзья, все нормально. Сейчас найду еще вопросы, поотвечаю еще на ваши вопросы, потому что вопросов очень много вас. Молодцы, спасибо, что по одной. Это не YouTube. Это сухие. Маша говорит, носки YouTube. Нет, это не YouTube носки. Так, вот, узнавали про школу искусств для Света? Она бесплатная? Нет, еще ребят не узнавала. Надо съесть. Там в группе есть. Я сегодня в группе сяду, напишу. Сейчас, кстати, надо записать мне. Блокнот опять куда-то дели. А вот он. Чтобы мне не забыть сразу. Спасибо за то, что вы напомнили. Так, школа искусств. Школа искусств. Видите, я вот так вот беру все и записываю здесь. Мне всегда вот так вот интереснее, как это потом раз и делаешь все, что надо по списку. Узнаю обязательно, но вот Света говорит, мама, я как бы не хочу в эту школу искусств, потому что мне нравится, когда я сама то, что я хочу, то я и рисую. А не то, что вот там скажут, вот, например, ты будешь кувшин сегодня рисовать, вот ты обязана кувшин рисовать. А я, говорит, не хочу, мам, так. Вот мне сбредет, вот у нее как она, у нее всегда лежит рядышком альбом, фломастер и все это. Она сидит, что-то, ага, раз, и бегом начала рисовать, все. Вот она вот почему-то вот так вот. Какое ваше любимое блюдо? Приготовьте. Мое самое любимое блюдо – это шашлыки. Но в духовке шашлыки я не знаю, как сделать. Какое блюдо часто готовили с бабушкой? С бабушкой мы часто стряпали чебуреки. Это вообще... Чебуреки – это что-то. У нее самые вкусные чебуреки были. А ваша бабушка читает комментарии? О, боже, упаси. Нет, ребят, вы что, ни в коем случае. Че, Оксана? Иди туда. Боже, упаси, ребят, вы что? Если она будет читать комментарии, она сразу же сердце прихватит и все. Ни в коем случае ей никто там не дает читать комментарии. И последнее время ей даже, я так поняла, что она и видео перестали ей давать смотреть, потому что она нервничает из-за того, что понимает, что многие пишут плохие комментарии. Я же про это все равно говорю. И поэтому вот так вот. Вы с братом общаетесь? Да, общаемся. Настя, как вы заряжаетесь позитивом? Где находите вдохновение? В своих детях. Если бы не дети, я бы, наверное, вообще бы ничего не делала. Я, знаете, ради детей готова горы свернуть. Я стараюсь, чтобы все было, чтобы... Если бы не дети, я бы уже бы и давно бы забросила канал, как вы понимаете. Но я терплю вот эти вот все издевки, все вот это вот. И за детей, потому что я знаю, что это моим детям на пользу пойдет, что я получу эти денежки, я потрачу на них. И смогу что-то им больше купить, чем надо. Ну, хорошо, носочки тебе. Куплю больше того, что им нужно. Поэтому вот вдохновение беру у своих детей.
Дети для меня все. А, вон он. Дальше. Зачем шорты зимой на физкультуру? У нас на физкультуре, да, Катя? Иди сюда. Вот ответь, что, вот сюда поближе подойди. Вот ответь подписчикам, что у вас зимой просят на физкультуру одевать? У них обязательно на физкультуру просят, это белая футболка и черные шорты. Это у них обязательно уже, причем давненько, да? Если не приходят на физкультуру вот в этом, то оценка понижается, да? Так что вот поэтому... Ладно, все, спасибо, Катюша. Надеюсь, Кать, ну я там вопросы открыла, блин. Сколько стоят градусники? Я вам скрин вставлю, цена градусников. Но они 700 с чем-то рублей. И заказывала я их еще когда? Наверное, месяц или больше они у меня шли, эти градусники. Но градусники хорошие, да, Катя? Мы мерили температуру быстро. Знаете, что удобно ночью померить ребенку температуру? Почему не купили электронные? Они же дешевле. Вот сегодня я заходила в магазин, электронные 600 рублей стоят градусник. У нас в магазине они не дешевле, они-то по такой же цене, можно сказать. Какой градусник Ваня разбил? Он не разбил, он разобрал на запчасти его. Электронный градусник разобрал на запчасти. Он просто достал, снял крышечку, достал проводочки. Кончик, вот где мы подмышку, которую ставим, он его вот так вот отломил. Там, я говорю, он просто взял и разобрал его. А почему вы не хотите открывать донат? Ну, я не хочу, чтобы потом говорили, что вот, знаете... Я даже не знаю, как это объяснить, что вот она специально спрашивает или что-то такое. Нет, ребят, ни в коем случае. Ни в коем случае. Маша, меньше всего покупаете и говорите про нее. Почему? Нет, ребята, я Маше все тоже покупаю. И... Ну, она не хочет видео сниматься, потому что потом вот пишут плохие комментарии про детей. Она... У меня вообще дети в последнее время не хотят сниматься из-за того, что много пишут плохих комментариев. Потом, когда приходит опека, они говорят про это все, и дети начинают в себе замыкаться. Вы это не понимаете? Вот некоторые, знаете, пишут вот это вот. Они не понимают, что ребенок после этих комментариев еще сильнее в себе начинает замыкаться. Настя, помой зеркало обязательно. Сегодня вот обмывала, а Ваня тут залазил на кресло и сюда. Я опять все заляпала. Обязательно. Знаете, что я хочу взять? Это в фикс-прайсе есть для машин такая щетка. Вот побрызгал, потом раз так провел и чисто. Вот хочу обязательно купить ее. Говорят, классно. У меня подруга взяла, говорит, с брызгающим там штучкой. И говорит, удобно зеркало дома. Мыть зеркало, окна. Вот тоже хочу купить ее. Покупаете, говорите про нее. Почему Маше не купили шорты? Почему я там купила Оксане, Кате и Маше шорты и футболка? Маша, можно аджику? Да, можно, она ест ее. Настя, так, Василек бесплатно прислал на обзор. Да, Василек присылает за то, что мы им делаем рекламу. А что у Тайсона? Нет входа в будку? Ребята, у него с этой стороны засыпано, чтобы у него там тепло было. А с другой стороны у него вход. На твой канал хочет сделать обзор. На твоих каналах хочет сделать обзор Наталья Север. Как ты на это смотришь? Все? А я не знаю, кто такая Наталья Север. Ни разу не смотрела даже эти каналы. Опять там Ваня с Мариной подрались. Закрой, пожалуйста, двери. Приношу извинения. Просто у нас Ваня с Мариной — это два ребенка, которые между собой всегда дерутся. Поэтому простите уж, пожалуйста. Я посмотрю, кто такая Наталья Север. Комментарии интернета. Так, в М-видео у нас не привозят сюда бытовую технику. У нас нет доставки в наш город. До Соликамска, пожалуйста, до Красновишерска у нас доставки нету. Потому что я читала этот комментарий, да, про М-видео, то, что вот, Настя, закажи в М-видео, у нас доставки нет, ребята. В наш город вообще никакие доставки нету, не осуществляются, можно так сказать. Только этот вот, формула мебели, и то больше месяца уже жду кровать, а мне все еще ее привезти не могут.
Другие есть машины привозят. Ну, это оплачивает за доставку 2-3 тысячи, да, оно не обойд... очень дорого обойдется, 2-3 тысячи за доставку. Ладно, дорогие друзья, на ваши вопросы я ответила, пишите новые вопросы, задавайте, я постараюсь их ответить на них. Если вам понравилась эта рубрика, пишите под этим же видео остальные ваши вопросы, и я на них отвечу в следующем видео. Буду отдельно делать вопрос-ответ видео, чтобы вы смогли услышать ответы на ваши вопросы. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего, и всем пока-пока!